перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Slow flow. Я запомнил, что такое, да? Я может, там с Настей Би, по-моему, трек был, да? Со Slow Flow у него был. С Настей Би тоже. Тоже было? Да, они тоже. Ты моя детка, там что-то какой-то любовный трек и Настей Би. Ты знаешь, посредник. Ну тебе придется слушать. Ебой. Слушай, там есть маленькая проблема. Нужна будет машина. Всем салют, мы чилим на районе. Чилим на районе. Выдыхаем плотный дым. Сука, что мы от тебя хотим? И отвисаем. Че, посмотрели батл? В общем, да. Шаттл. Я, короче, тебе помогу шаттл. Тебе представить, типа, эти номера, типа... Залетаем на хату. Пиздато. Если, типа, ты пиздато. Готов, типа, ну, бля, сейчас... Пиздаро. Что, поняли, что Дикий Ди пиздатый теперь, да? Хейтили, блядь. Мне надо хотя бы выйти на работу. Понял, что такое флоу, ебать? Пизда, пас. Вау, щит. Всем буду махать. Нужно эти стаканчики с магнитами по магнитной поверхности, знаете, блядь. Железные поверхности, знаешь, стаканчики, знаешь, Адидас. Прикольно, я уверен, если бы в Америке был такой прикол. Просто там, класс. Если бы люди ели в Европе, просто пили бы на скамейках колбасу. Yeah. Я придумал такую хуйню на магниченный стакан. Какие это охуенно, дядь. Double D, D&D. Такие же самые, знаешь, дешевые, типа, блядь. Я на Пускоте в Денни. Хули там же скамейки, блядь. Считай, люди даже ходят, знаешь, на кладбище, там тоже те железные. Это Тедди Бо, он скоро выпускает релиз с братаном. Так, вот цепи, цепи. Ты понял цепи на нем? Он раб, рэп-раб. Рэп-раб. Прораб. Прораб, рэп-прораб. Рэп-прораб. Он может построить. Рэп-зодчий. Раплан. Как твой отчим. Е, наконец-то присоединились мои мордвины. Салют моим мордвинам. Бля, мне хочется Дима сделать, типа, ну, наверное. Пошел нахуй. Ну, слишком, у меня новый имидж, ровно. Кстати. Я католический монах. Да реально слишком ровно, типа, хочется, типа, ну, пивом, блядь, и вот так вот наверх, блядь, все хочется. Да, видишь, у меня давно 3G значок здесь. Так 4. 4G, то есть, да. А. Как тебе батл драга и Муфас? Я пока не смотрел. Что, вы как советуете тебе, вообще глянуть, да, эту тему? Реакция, да? Как тебе? Муфаса! Ну для меня просто Муфаса, как этот, блядь, Максим Доша, он читает квадрат на русском, квадрат на английском. Это смешно. Муфаса. О, салам Ташкенту, салам алейкум. Салам. Бой. Пускот в этой шалаве. Может, послезавтра буду наконец-то на работе. Так уже, так что завтра было уже после. Снифснаф, и Киалекторский идет на работу. Всем привет, короче, я иду, короче, зарабатывать деньги, чтобы записать себе трек. Ну, треки, ну, а мини-альбом. Он, кстати, такой пидор, у него фирма Пепе. Пепе. Ну, типа, эй, привет, 40 человек. Бля, типа, вы представляете, что это пиздец? Я эту футболку с этим значком железным. Короче, типа, я пытаюсь заработать себе деньги, чтобы, типа, записать себе альбом. Это пиздец. Да, я понимаю, что это жопа, блядь. Ну да, мы в этой жопе живем. Всем привет. Без рэпа никак. Не выжить в этом дерьме. Ты же с ним рэп сделал, блядь. Что с ним сделал рэп? Покажи штаны его, типа, они широкие стали. Покажи временем. Татуировку. Они до этого были узкие. А, давай татушечку. Покажи татуировку. А покажи, что у вас в пупке застряло. Топорик, топорик. Татуха в пупке, дядя, смотри, черная. А, смотри, он закрыл. Дядя, это катышки. Катышки вчерашнего дня. Ебой. Скинь мне пару сотен, скинь мне много денег. Сегодня понедельник. А как хорошо, да, угадал? Воздух ударил, блядь. Она реально разносит их воздух, понял? Уносит. Да. Может, они какие-то. Короче, да, нормально. Водопады это реально его пускают, ее больше становится. Нормально повисели, показали рэп батл флоу. Воздухом так, знаешь, набирается. Попроси бабла у Майти, жирно. Попроси меня бабла. Так он, короче, типа дает мне лаве, знаете на что? Давайте я вам покажу, можно? Ну, отзовись. Смотрите, Дима, короче, мне дает денег на охуенные вещи, но вы не поймете. Охуенные. Смотрите, типа, вот,
На водочку. Вы видите или нет? Так, вот водка. Водка, водка, водка. Блядь, где водка? Вот. Вы видели водку? Подожди, секунду, подожди. Ну вот, вы видели водку. Короче, типа Дима оплачивает бухло. Знаешь, добегает. И оплачиваем бухло. Но после этой хуйни один Джонни Депп грустит. Джонни, надо налить Джонни. Ну да, гадаешь. Yeah. Зажигалочкой. Смотрю в здании, ёбой. Красиво. Что, давайте ёбнем. Ну, давайте ёбнем. С кем встречаешься вы с ним? Его на скамейке написано. Эй, Блэк, она бегает. Давай чёрный, возьми Блэк, он забей. Короче, скоро будет EP-шка, будет микстейп у пацанов Rise Up, потом будет совместно с ними EP, а потом еще будет мой EP, это будет хардкор рэп. Что вы не переживали? Мы записали с Димастой трек с третьего раунда, он должен быть вот-вот на днях. Готов? Надечка, сразу. Блять. Запивай пивасиком, давай. Сейчас в прямом эфире он на этом и потухнет. Прямой эфир, брат. Да, короче, типа, будет много музыкальных новинок. И такой, знаешь, дальше будет только забыть. Ну, разные. Потом бочонок, потом молоко. Короче, будет много музыкальных новинок, еще будут батлы. Типа, я не скажу с кем, потому что не будет секрета никакого, никакой тайны. А все, что заставляет нас жить дальше, это тайна. Вперед опять натягивает, при этом не будет. О, пацаны, у меня, кстати, оказывается, еще есть сигарет. Опа. Потом не вытягивает первый воздух, чувак, ты знаешь, что берет дело, вытаскивает, втягивает. Здравствуйте, раз. Наполним бокалом, выпьем за дружбу. Е-е, бой. Патьёвы, да. Старина. EP будет называться Паскот. Там точно грязное, жирное рэп дерьмо. Все, жизнь удалась, понял, просто так вот, именно назад откачнуться, понял. И упасть в поляну из ромашки. Так что вы ждите. Да, сейчас в Украине. Потому что я казак. Казацкая развага. Я казацкая развага люблю развожаться по-казацки. Короче, да, все красиво чилим. И готовьте свои задницы к новой порции пиздатого рэпа. Дядь, надо, чтобы тебя обложку не снял. У нас такой сделал хэмбл. С этим узором, который я рисую. О, я сам с черепом? Нет. Символ от экнем. Радиация этим. О, здорово. Короче, вы готовы к Urban Pop'у? Urban Pop. Дядя, Urban Pop'у, я вообще убран в попу, Вася. Двойная. Да, все будет супер. С попой сразу же хип-попа. Как отношусь я к Киевстонеру, то слушай, знаешь, я к нему всегда относился нейтрально, он просто на меня что-то вякал, а потом, ну, у меня появился к нему негатив, потом мы с ним типа перепиздели в эфире и все ровно вообще. Возможно, что-то сделаем вместе. Знаешь, я типа просто, если есть негатив в мою сторону, то... Не будет позитива от меня. Отдачи. Никакой, жизнь хуйня. Казах, как относишься к... А, это вы, ебать, почти два раза. Где лучше организацию Versus или рвать на битах? Два раза ответил. Старина, абсолютно разная хуйня. Я на Версусе не был, на мейн-ивентах. Просто нарвать на битах там, типа, как на сцене вся хуйня, там, публика, микрофоны. На Версусе, конечно, как сейчас модное слово, лампово, да? Ну, типа, все заебись, все четко, очень по-семейному. Версус, атмосфера Версуса пока наилучшая. Блогером стану,
Ну, короче, атмосфера вируса охуевшая, но типа нарвать на битах — это новый опыт, ну, типа с майками на сцене. Это нормально, блядь. Заебись. Не знаешь, что такое встреча. И мне рвать на битах типа нравится, потому что вот там можно ебашить 2 на 2, бро. Всех, кто проходил, и вот мы с Диким Ди показали флоу, показали стиль. Скоро, да, выйдет трек 1080 флоу, продакшн мой. И мы показываем настоящий рэп. Короче, типа на записи он звучит лучше, чем он был типа на батле. Не, на самом деле мы там просто ебанули чуваков. Помнишь, мы идеи? Димас-то неожиданно пиздат. Та старина, ты чё, ёбнутый, блядь? Димас-то всегда пиздатый. И надеюсь, вы это все скоро, все это скоро поймете. Ну, типа, как бы вы там не любили его за какие-то поступки, но музыку-то он делает крутую, рэп его крутой. Всем салют, Харьков, салют, ёб. Где 28? Мне 36 лет, вчера исполнилось. Да, она, круто. Возле клуба именно. Я старый пес. Дима, с днем рождения. Спасибо. С наступившим. Каким наступившим, дядя? У меня же ничего не было. Не, мне 36 исполнилось. А вчера? Да, вчера мне исполнилось 36 лет. Я перерос Иисуса. Том Круз уже, блядь. Я Том Круз, мне вообще похуй, я тоже карлик. У тебя был брат этот, кидом. А вы думаете, что типа я наравне стою с другими? Я на самом деле такой же рост, как Эдди Кингстон. Я просто стоял на палетах, да? Я на палетах стоял. Тебе традиция, походу, с тёзками на пару батлить. Ебой. Я думал, тебе лет 25. Ну, знаешь, индюк тоже думал. Ха-ха-ха. Смешная шутка. Скажи сайонара, бой. 11 назад. Я выебу тебя толпой. Ля, це шотті фест. Ля? Ля. Ля? На слово ля? Ля? На слово ля? Ля? Ля. Ля? Ля! Ля! Ну, чувак, типа, ты слишком странно для нас. Карик, здесь я. Недо Дарина. Ты маленькая девочка. У тебя есть свои плюсы. Ты можешь? Я когда-то ебал Дарину. После 16 ебаться. Ну, типа, да, мне было 17. Как тебе СД вообще не вообще? СД охуенные вообще, Дуни, СД охуенные пацаны. Но так как мы выходим на этот, на поле битвы, там нет охуенных пацанов, я ебу всех. Детский. Рэп возбужденный. Короче, все реально охуенные пацаны, всем респектую, СД вообще охуенный тип. Но, блядь. Вы же понимаете, мы должны делать шоу, должны показывать рэпась. А? Водочку ты сделаешь. Наливай. Нихуя. Это ж воздух. Где и пилю Линди? Не, старина. О, Чихвар, это ты, братишка? Я тебя вытягивал тогда на сцену на моем этим грандиозном шоу, когда происходило, да? Да, старина, я тебя помню. Лил Инди, он уже не Лил Инди, он Сниф Снаф. Никнейм придумал, конечно же, я, но он говорит, что это он придумал, как всегда. Ну, он набил себе эту трубку. Как и Ректорскому виднее. Ну, в общем, он скоро готовит, это будет Gangsta Rap EP. С ноткой юмора, типа, будет, возможно, это так небольшой вброс, фит с Big Russian Boss'ом, но вы как бы... Меня послушают больше, чем два человека! Да, но вы слишком как бы что не рассчитываете, знаешь? Потому что, возможно, знаешь, этого не произойдет. Такой блогер, который должен существовать для баб 2007 года. Там будет скиты от Хованского, интро будет от Хованского и... И типа, и мини-скиты от Эльдара Джарахова. Шапка, знаешь, эти мохнатая шапка такая, вот, блядь. Я приеду в Мордовию и буду делать танец половца. Дэнс. Делаю дэнс. Ой, блядь, на стаканчике летят. Тебе фит с БРБ? Не у меня, у этого, с Невснафа. Я бы зафитовал с Янг Пимпом. Дима, бери водку, блядь, заебал тебе. Пьем водку, ребят. Давайте вообще. Блэд! Твою мать. Блядь, давай заебали. Привет, Бочарова, здорово. Так много людей тебя смотрит. Так много. 40 человек? А у тебя так много слов в никнейме. Пошел нахуй. Фитмечный мать, иди первый класс, огонь. За всех 40 человек. Давай. Бля, тогда выходи в эфир, когда будешь в Мордовии. Мордовии. Чувак, он не будет в Мордовии. Я буду в Мордовии.
У кого лучше дис? У ДК или Sony? ДК? ДК. Что такое ДК, бро? О, все, уже вот держи. Лови. Ой, и... пацаны, я уже так, я тоже, кто знаешь, даже не понимаю, набухал меня или знаешь, что это. Ебать, сука, всю дорогу что-то вот валится. Ты нахуй меня нахуй послал. Слышал, Миронов, и ты последний. Черно, дай, да, мне понравился очень бит на треке с Локи Мином. Мне вообще не нравится музыка Локи Мина, но мне очень нравится его твиттер. Давай. Его гражданская позиция, прочая хуйня, типа он грамотный человек. А там очень крутой бит, но и Мирон рассказал, что не стоит хуй, типа там навалил. Не, ну Мирон насилие, но я не вскрылся. Как бы заебись, но он такой, знаешь. А бит просто охуевший. Это, блядь. Как битмача зовут-то? Не помните, я тоже не помню. Мудак, ты ни на одни вопрос мой не ответил. А какой ты задаешь вопрос, пидор ты гнойный? А с Томасом? С Томасом я поклацал. Слушай, ты такой, знаешь, персонаж, короче, такая тема, что я до конца... Мне как бы нравится, ну, его флоу, но я, типа, не могу слушать его песни. Типа, абсолютно не моя. Вообще. Тяжело дается. Как и биты, типа, под Кио наебашь, ну, такая хуйня. Поэтому, типа, насчет Мирона тоже не могу ничего сказать, типа... Хуя 40 человек, я помню 7 человек в Старой Гвардии. О, Чехвар, да, Старая Гвардия, ты в здании еще? На баре синий мы танцуем по треке МС Хованска. Конечно, что нам еще делать? Майте респект с Башкири, ты крутой чел. Башкортостан! Ман. Я приеду к вам и украду у вас Земфиру. Без эфира хуя. Прямо с прямого эфира. Старая педрила. Земфира охуенная. Если я буду умирать, только под песни Земфира. Знаешь, чем отличаюсь я от тебя? Тем, что ты с Украины, я из России, я могу приехать на любой твой батл и уебать тебя за твой язык. И меня поддержит большинство. За языком следи своим. Токарев, КЗН, иди нахуй. Иди-ка ты сюда, слышишь, пидор, блядь? А ну уеби меня, блядь. Шо ты, блядь, говно ебаное, блядь. Ну тихо, давай, тихо, ну, ты за хуками. Ну, давай попиздимся, блядь. Бля, он уже весь никак, брат. Ну ты покоротнее, что-то так. Кто тебе стриг? Меня стриг мой бро. Это Альдо Барбарос, это Ромчик. И идите все нахуй. Челябинск тоже респект. Всем салют, всем респект. Этого пидора, как его зовут? Токарев КЗН. КЗН, блядь, я знаю одного КЗН, это Казан, блядь, ты уебан, пошел нахуй. И тебя, уёб. Я тебя тупо, блядь, уничтожу, блядь. Я приеду, ты из Казани, да, я приеду в Казань, блядь, с Казаном, нахуй. Ты понимаешь, что это будет смесь, нахуй? Тебе просто пизда, блядь, ты будешь скрываться. Гоусто, салют. Салют, бро. Таляба, йоу. Гой тебя ёбну. Можешь ёбнуть мою шляпку. Пидоры, матики на X-Battle. Скоро будет на X-Battle, через месяц. Ричардсон, Пидоры. Респект мати, мати батл, йоу, бой. Блэд. Калининград. Всем салют. Казахстан, салют. Йоу, всем салам. Всем дворам. Как тебе рвать на битах на видео твой SD? Да слушай, старина. Нормально. Приезжай к нам, я угадал тебя, уебан, ты из Казани, блядь? Ты, сука, пидорас. Ладно, не злись, Педик, все нормально. Будь тёлки, я бы тебе дал. Слушай, я и так тобой владею. Какой батл любим? Слава дизайн, нахуй, приезжай в Казань. Это ты заебал, нахуй ты меня так зазываешь? Чмо ебаное. И смайлики ставят, а? Реально пидорило. Я не гей, но походу ненадолго. Мать, хочешь раскрою твой панч про
А я опять раскрою образ, жду Battle Братан. Здравствуйте, приезжаю в Мухосранск. Ну да. Как тебе дуть Олега ЛСП? Охуенно. Олег ЛСП, заебись, как дуть. Навальный охуенный, потому что его зовут. Как его зовут? Алексей. Я люблю имя Алексей. Сейчас сэмплирую, все время сэмплирую. Токари в Сибирь читать противен. Да, ты реально пидор. Вот уже девочка тебе маленькая послать нахуй. Твою ранду поднимай настроение. Спасибо, бро. Е-бой, у всех понедельник, мать и бухай. Ладно, давай, дядя, удачи пофлексить. У вас сколько градусов? У нас 40 градусов. И это не только в крови. У нас на самом деле тепло. Посмотрите на мой прекрасный район. Вы такого не видели нигде. Это... Понимаете? Вам либо пизда, либо пизда. Сила невыносима. Когда трек, старичок? Скоро, старина, будет так много треков, что ты от меня устанешь, ебать. Но, опять же, воспользуюсь случаями, напомню, на Украине понедельников теперь не будет. Во-первых, не на Украине, а в Украине. Пошел нахуй, пидорас казанский. Так, а я напомню, короче, всем, что выходит релиз у моих братанов, это Rise Up, это Teddy Bo. Rise Up! Teddy Bo, Вандач. Кстати, слушай, без пизды они охуенные. Да, ну, они лучше, чем все ваши лизеры, блядь, хуизеры, блядь. У них есть что душа. Мешал, душа реально, воздуха, реально душа воздуха, района. Больше всех. Да. Ну, типа, короче, они реально не вибили. Да, охуенные. Это будет, короче, очень интересное дерьмо. Это будет Urban Pop. А может не Urban Pop. Кто его знает? Чем черт не шутит? Приезжайте все в Казань, даже метр не пройдете. Ты пидор, блядь. Ты приезжай сюда, ты сантиметр не пройдешь. Я тебя выебу на вокзале, нахуй. Понимаешь? Я дикий ебун. Мне вообще похуй. Дикий ебун. А у меня уже, я с тобой базар, у меня уже стоит, блядь. Я сумасшедший. Не еби с этим дерьмом, бро. Ты посмотри, кто со мной. Ты что, пидор, охуел? Ты что думаешь, это все так просто может закончиться? Ты что, сукин ты сын? Я на районе, ну, один из самых ебаных типов, блядь. Он один, он в топе, блядь. Он в топ-3, топ-3. Топ-3. Топ-3 самых ебаных типов. И ты сам уже думаешь, на каком месте в этом топе. Тип, я типа как бы... На всех трех местах. Ты понимаешь, типа я могу тебя заебашить вот просто так? Он реально, он тебе... Вот просто потому, что мне нравится. Он так шляпается, что ты умрешь. Поэтому я тебя ебал и разобью за Моргенштерна. Ты, пидорас, Пахинсон 27. Да вы черт оба. Черт. Ты, сука, блядь, баран, даже русского языка не знаешь. Пошел нахуй. Моргенштерна? Что, блядь? Ты любишь долбоёба? Вот, это вообще-то Моргенштерн, это батя Моргенштерна. Смотри, он, ну, одно лицо. Чувак, типа, ну, типа, ты любишь... Смотрите, ребята, вот так бы выглядел Моргенштерн, если бы он не ебался в жопу. Ошибочка, он тоже ебется в жопу, поэтому как бы одна хуйня, на самом деле. Это одесский Моргенштерн. Смотри, да? Братцы, мы второй подбородок. Прическу, покажи прическу. Смотри, а? Какой секс? Это дреды были там. Иди ты нахуй. А ну нахуй. Давай, скажи, я Моргенштерн, я. Что тебе не нравится? Ну, скажи что-то, скажи Моргенштерн, скажи. Смотри, я слишком красив, блядь, типа, для твоей шалавы. И она мне говорит, да. Ой, клаки прекратились. Да. Лайки приколтились. Йо, я тоже могу драться. Давайте все будем ебашиться. Пахинсон 28, да, красавчик, бро. Зачем покрасился? А мне похуй. Я завтра, возможно, буду зеленого цвета. Если вам что-то не нравится, то идите вы в задницу. Все пидоры, фу нахуй. Токарев КЗН, иди нахуй. Лови соколов там на руку, блядь. Или что ты там делаешь в своих краях. Ястребов, блядь. Ординец. И когда смотрел батл твой, да. Смотри дальше, смотрите батл. Ненавидьте меня. Ненавидьте меня, обсуждайте меня. Пудишка. Пахнет пуси. Пахнет лохами. Пуси, пахнет пуси. 1008 флоу, сучки. Батл. Коли батл, друже, батл буде їбать, він був вчора, блядь, вчора, ёпта, блядь. Так, з пацанами з оптиком, Опитумас гейн. Опитумас гейн. Опитумас гейн, да, не знаком мне, к сожалению. Мне нравятся эти пацаны красавчики.
наваливает реально. Ну, тупорылый юмор, как я люблю, заебись. Зачитай рэп хуило. Заплати мне денег, пидор. Хочешь рэпа? Плати денег. Леонид Утесов за Одессу, заебись, пьял, ведь ты моряк, Мишка. Пьедик. Типа есть еще Мишка Япончик, который типа поставил всех раком. Ой, блядь. Йоу, крутая стрига. Конечно, тебе крутая стрига, ты же стриг, ебать. А? Альдо Барбасу, Ромчик, залетайте. На фрешке, пацан на фрешке, ёпта. Когда новый трек? Блять, скоро, бро, очень много. На питбуль пройти к тебе 20 мая подгонки и пару билетов. Меня не опьянило, нахуй. Да, мне тоже все очень странно. Скоро, типа, я будет батл, но я не знаю, я на самом деле, насчет проходок. Смок Имо или Окси, типа, в плане рэпосяк, конечно же, Смок Имо, но ты правильно должен как-то свой вопрос ставить. Рвать на битах, нахуй поиграем. Прими трансу, сука, мать твою, ебал в жопу. Если во имя хип-хопа... Ты ебался в жопу. Бля, ты самый пиздатый батлися. А где Михаил? Дякую, бро. Михаил! Йоу, ты уже бухой. Я бухой, кстати, миллион лет уже. Это мой флоу. Я бухой. Вообще не нигеры. Ярославлю в здании, йоу. Ебой, мы показываем флоу. Разливаем. Короче, да, ребята, всех был рад видеть. Рад, чтобы вы... Можно мне? Рад, что вы были рады видеть меня и ненавидеть. Те, кто меня ненавидит, я вас люблю очень сильно, потому что... Те, кто любит, пошли на. Тех, кого я ебу, блядь, они должны меня ненавидеть. Те нахуй, пидорасы. Да. Йо, всем респект, короче. Ждите новых... Новых приколов, короче, это Сниф Снаф, он трется сзади. Ну, знаешь. Я всегда трусь сзади. Вот это, кстати, мой гомункул, если что. Реально, это эксперимент работает. Гор, под которого избавиться пока еще не удалось. Если вам не нравится, то вы красавица. Это гор, от которого еще не удалось избавиться. Вообще врачи не придумали такую хуйню, чтобы избавиться. Это опухоль, ебаная. Дядя, покажи, он типа... Район очень дикий и тяжелый. Покажи район, реально, бро. Че? Два района. Черный вчера с ним тусил. Твой блэк. Типа стрёмно, да? Если что, это мой сын. Короче, да, у меня здоровые гены. Пидрас, я вас люблю и ненавижу одновременно. Короче, ребят, всем респекты. Давайте, да. До новых встреч. Смотрите, все, смотрите батл, скоро будет новый батл. И ждите треки. Я черного сына уже не найдет. Собачка? А у нее нормальная жопка. Короче, всем респектосы. Всем до связи. Пидор, горбункул, ёпта, да. Да, все, респект. Давай, Токарев Казан, люблю тебя больше всех. Все,